Приветствую вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы поговорим о событиях, происходящих в нашей жизни, и как научиться ими управлять. А пока подпишись на канал и не забудь поставить лайк. Жизнь каждого человека состоит из череды меняющихся событий, но иногда похожие события повторяются уж слишком часто. Обычно у человека за успехом следуют неудачи, либо временное затишье. Все в мире уравновешено. Нет ничего, длящегося бесконечно. Люди склонны верить в судьбу, фатум, стечение обстоятельств. Кто-то надеется только на себя, а другой ждет помощи от любого прохожего. Но есть один факт, который, несомненно, ставит в тупик даже самого здравомыслящего человека. Это цикличность повторяющихся в его жизни незавершенных периодов. О цикличности повторения событий в человеческой жизни написано очень много статей и снято много видео, но хотелось бы затронуть немного иную сторону ее проявления. Чаще всего люди даже не замечают, что с ними изо дня в день происходят похожие события. Таков уж нынешний ритм жизни. Не каждому придет в голову остановиться на бегу и проанализировать хотя бы один день своей прожитой жизни. Но некоторым это все-таки удается. И они открывают очень интересные факты и закономерности. Может быть, вы замечали, что у вас в жизни происходили события или появлялись люди, которые до мелочей похожи на предыдущих. Это очень необычно, но если подумать, то у каждого человека хотя бы раз в жизни такое случалось. Вы никогда не задавались вопросом, почему так происходит? Почему ситуация повторяется один в один? Почему новые отношения похожи на предыдущие, как две капли воды? Почему новая карьера идет по старой схеме? Почему жизненные ситуации повторяются? Ответ на этот вопрос существует, и он гораздо проще, чем вы себе представляете. Для запуска цикла повторяющихся событий нужна спонтанность и придание событию значимости. Цикл – это по сути блок, который состоит из наших прошлых мыслей. И ставим мы этот блок в момент нашей большей уязвимости, когда не можем контролировать ход своих мыслей. Если вы поймали себя на мысли, что с вами это уже происходило, то вспомните, чем это закончилось. Повтор ситуации дан нам намеренно. Значит, в прошлом своем опыте мы допустили ошибку, либо закончили так, как не должны были. И этот цикл будет повторяться, как заезженная пластинка, до тех пор, пока мы не найдем правильное решение задачи. Никто не говорит, что это легко. Прежде всего, нужно разобраться в себе и прислушаться к своему внутреннему миру. Вы настоящий, уже знаете ответы на все вопросы. Главное, просто прислушаться к своему «я». Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Как выйти из круга повторяющихся ситуаций в жизни? Чтобы выйти из круга повторяющихся ситуаций в жизни, придется отвыкать от привычки врать самому себе. До тех пор, пока вы будете вести игру с самим собой, не решится ровным счетом ничего, и циклы будут повторяться бесконечно. Но что же значит «не врать самому себе», спросите вы? Это очень заезженная фраза, но она весьма необходима для работы над собой. Снять маску и быть таким, каким хотите этого вы, а не общество. Находиться в гармонии с собой. Брать ответственность за все происходящее вокруг на себя. Ведь каждый день начинается именно с вас самих. У вас нет настроения? Причина кроется внутри, а не в окружающем мире. Подумайте, как вы можете изменить свой день, сделав его прекраснее не только для себя, но и для других людей? Еще одним фактором для повторения циклов являются ваши воспоминания. Все мы постоянно слышим, что мысли материальны, что прошлое нужно оставлять в прошлом и жить, наслаждаясь каждой секундой. К сожалению, так получается не всегда.
То и дело в голову лезут различные мысли, воспоминания из прошлого опыта. При этом мы начинаем анализировать, искать другой исход событий, загоняемся и усугубляем ситуацию. Воспоминания провоцируют повторение ситуации из прошлого, так как простым воспоминаниям присоединяются ваши тактильные ощущения и обоняние. Запускается точная проекция того времени, о котором вы вспоминаете. Вы заставляете себя заново все пережить. И, о чудо, в скором времени обязательно переживете. Но по факту ситуации уже нет. Она в прошлом. Зачем ее анализировать, засоряя мозг лишней информацией? Чтобы избавиться от привычки жить прошлым, практикуйте медитацию. И не обязательно сидеть в позе лотоса. Можно просто поставить вашу любимую музыку, удобно расположиться и закрыть глаза. Просто, ни о чем не думая, провести полчаса с пользой для себя. Очень часто встречается повторение судьбы родителей. Здесь закономерность абсолютно та же, и разорвать этот порочный круг способны только вы сами. Проанализируйте происходящее, проведите аналогию, и вы найдете выход из сложившейся ситуации, ведь все намного проще, чем вам кажется. Не стоит уповать на судьбу, жалея себя несчастного. Не стоит бегать по магам и целителям в поисках проклятий из глазов, выкидывая баснословные суммы. Все подобные вопросы вы можете решить сами, просто прислушавшись к себе. Вся наша жизнь – это работа над собой. И тот, кто это понимает и принимает, добивается уникальных результатов. Естественно, не все так просто, и повторения в жизненных событиях человека в любом случае призваны чему-то его научить. А вот чему именно, вы сможете узнать в одном из следующих роликов на нашем канале. Главное помнить, что все испытания и неприятности идут вам на пользу, и не нужно из-за них расстраиваться. Ведь каждому человеку Бог дает те испытания, которые он может выдержать. И как сама жизнь устраивает на каждом этапе проверки, так и мудрость приходит со временем. Поэтому и истина открывается только для тех, кто ее действительно пытается достичь. Но всему свое время. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!